Ладно, это было интересно очень. Но это, блядь, на самом деле тупой пик, потому что, блядь, красные тут нихуя не смогут сделать. Угу. Посмотрим. Не, ну то есть они смогут сделать, ну, блядь, разорвать они, блядь. Погоди, вышел. Потому что я его в центре, но он съел уже нормально. Какие фиксы? Ну какой, на твой сервер они придут? А какие баги пофиксят? Главное лишнего не нафиксит, а то фан попадет. Ну да. Потому что у нас... Это как пофиксили био. Не, это как когда пофиксили вообще все игру. Ну, собственно, уже видно, блядь, мой прогноз. То, что пик абсолютно бредовый. А, погоди. Бля, вот, кстати, если взять все капы нормальные, которые были, там, короче, каждый раз одна и та же ошибка у, как бы, команд, кто имел, в принципе, в теории шанс на победу, они проигрывали из-за того, что они говёно пикали. Ну, пикали и банили. Неграмотно. Вот тех же там квазов взять, ну как бы всех иностранцев, все иностранцы всегда пикают неправильно против там русских. А особенно неправильно они пикают против фейвелов там вот таких. То есть они знают, что, допустим, Майфер, он, блядь, сильный очень, а где он самый сильный, они не особо знают. Ставки, конечно, могут стать. Но я редко ошибаюсь. Не, бог нормальный. Он, кстати, играет хорошо. По олдскульному. А. Так ты слышишь, вот. Просто два предложения первый раз. А. Не, ну естественно, если он близкий друган на Evil Ascent, то значит у них есть общий. У них только пред нормальный. В центре, на Москве, нормально. Не зафигнул, он не умеет играть 3 на 3. Это, считай, его первая игра 3 на 3 нормально вообще, за всю его историю. Блять, суди сама. Не играет первый раз. На трубе один. А 3 на 3 это еще сложнее приучиться, чем 2 на 2. Который он тоже не очень играет. Thank you.
в РПГ. Ну, конечно, красные, бля, посильнее. По понятным причинам. Ну, в смысле, конкретно сейчас они сильнее. Вообще, они, конечно, не сильнее. Смотри, к ней разошелся. Видишь, опять повторяется хуйня, когда они крадут игру Айфера. Айфер, он объективно сильнее, чем Буди, тем более, чем Гризли, а вот, блядь, лидирующую позицию не может занять. Потому что они игру сжирают. А это неправильно. Они должны игру, наоборот, отдавать Тащеру. Вот это, короче, бля, ошибка, она всегда руинила, блядь. Когда что-то можно было сделать нормально, это не случайно. Да фишка-то не в этом. На БТ, на контейнере. Фишка в том, что вот Эрл с центра, они научились правильно играть. И они как бы этим самым бустят свои возможности на приличный процент.
Ну, то есть, смотри, зачем как бы делать хуже, если можешь делать лучше? Логично? Вот, а они этого не делают. Красные. Ну, в принципе, оправдание, что они не знают как. Это не важно. Там у них все надрочено. Нет, пока. У него просто исполнение спало. А все лекалы, как играть, у него есть. Ну а Эйл всегда, вот все разы, когда он возвращался в игру, ну после там короткого или длинного там относительно инактива, он, не знаю, день, два, три и все. Ну то есть ему, если прям месяц-два поиграть, то это будет уже такой полноценный эйв, как раньше. Ахитованный, да, правило. Домашний на РПГ. Даже к маме пришел глянуть. Какие сталки еще возьмут синие? Без понятия. Моя ставка, знаешь, какая? Какая? Фрэнзи, что ли? Не. А чё? Либо Lost Arena, либо Octo. Ну, Lost Arena 3 на 3 такси, если честно, карта один маленькая. Один прям в RPG, один даже рядышком стоит. Какая вторая карта? Окта? Вторая Окта. Ну вот Окта проще, конечно, взять, потому что там хотя бы оружие будет, а на устроении вообще нифига. Может и Кава, кстати, кто его знает. Эйвел раньше Каву любили ставить. ЕРП. Ну посмотрим. Сейчас я как Бео, блядь. В РПГ один. Бео 3 на 3 тоже играли. Блять, идет в РПГ один на дамажный центр. Разрыва нет, просто с красным выигрывают. И все. Двое на заднем, где БТР. Я думаю, на второй карте то же самое будет. Угу. Мне почему кажется, Окта будет. Бля, обрати внимание на вещь инактивного Барбоза. Угу, инактив. Да, да. Причем, блядь, я сколько лет, вот помню, Вуди, он всегда, блядь, про него говорил. Два года не играет. Да, да.
Вот одно и то же, честно. Но, блин, на самом деле, вот Барбоза, он приходил вот в последний раз в июле где-то или в августе и играл в Свуде, там, не знаю, катал био по утрам постоянно. Не, я говорю про то, что он всегда приходит. Он всегда приходит типа из инактива и всегда нормально играет. Вот я про это. И не, просто Вуди говорит, что он типа инактивный и типа не, ну как, не то, что не бойтесь, а типа как бы спокойно. Ну хотя и центр тоже, блядь, инактив, а играет как и вот. У этих 10 справа в разрыв, а у них 15. Бля, что это? Ты кого смотришь вообще? Кого смотришь? Эвила. Да потому что вечер настал. Блин, чё, пинг поднялся, ты видишь? Чё происходит? Не-не, ты сметанка. Пиздец, второй карты не будет. Дудос, наверное. Подожди, они походу ничего не заметили пока что. Но они заметят сейчас. Бля, жалко, вторую карту не будет. В это же время тоже пинг у всех поднимается? Просто ну, тогда, да, по-моему, да. У тебя... Ну, у меня, да. Сейчас вижу всех. Сейчас у всех, да, что-то случилось. Ты скажешь, как пофиксить эту хуйню ежедневно.